Первая книга Паральпоменон, глава 19. «После сего умер Наас, царь Аммонитский, и воцарился сын его вместо него. И сказал Давид: окажу я милость Аннону, сыну Наасову, за благодеяние, которое отец его оказал мне. И послал Давид послов утешить его об отце его, и пришли слуги Давидовы в землю Аммонитскую к Аннону, чтобы утешить его. Но князья Аммонитские сказали Аннону: неужели ты думаешь, что Давид из уважения к отцу твоему прислал к тебе утешителей? Не для того ли пришли слуги его к тебе, чтобы разведать и высмотреть землю и разорить ее? И взял Аннон слуг Давидовых, и обрил их, и обрезал одежды их наполовину до чресл, и отпустил их. И пошли они, и донесено было Давиду о людях сих, и он послал им навстречу, так как они были очень обесчещены. И сказал царь: останьтесь в Иерихоне, пока отрастут бороды ваши, и тогда возвратитесь. Когда аммонитяне увидели, что они сделались ненавистными Давиду, тогда послал Аннон и аммонитяне 1000 талантов серебра, чтобы нанять себе колесницы всадников из Сирии Месопотамской и из Сирии Мааха и из Сувы. И наняли себе 32 000 колесниц и царя Мааха с народом его, которые пришли и расположились станом пред Меддевою. И аммонитяне собрались из городов своих и выступили на войну. Когда услышал об этом Давид, то послал Иоава со всем войском храбрых. И выступили аммонитяне и выстроились к сражению у ворот города, а цари, которые пришли отдельно, в поле. Иоав, видя, что предстоит ему сражение спереди и сзади, избрал воинов из всех отборных в Израиле и выстроил их против сириян, а остальную часть народа поручил Авессе, брату своему, чтобы они выстроились против аммонитян. И сказал он: если сирияне будут одолевать меня, то ты поможешь мне, а если аммонитяне будут одолевать тебя, то я помогу тебе. Будь мужествен, и будем твердо стоять за народ наш и за города Бога нашего, и Господь пусть сделает, что ему угодно. И выступил Иоав и люди, которые были у него в сражении с сириянами, и они побежали от него. Аммонитяне же, увидев, что сирияне бегут, и сами побежали от Авессы, брата его, и ушли в город. И пришел Иоав в Иерусалим. Сирияне, видя, что они поражены израильтянами, отправили послов и вывели сириян, которые были по ту сторону реки, и Савак, начальник Адразаров, предводительствовал ими. Когда донесли об этом Давиду, он собрал всех израильтян, перешел Иордан, и, пришедший к ним, выстроился против них, и вступил Давид в сражение с сириянами, и они сразились с ним. И сирияне побежали от израильтян. И истребил Давид у сириян 7000 колесниц и 40 000 пеших, и Савакова начальника умертвил. Когда увидели слуги Адразара, что они поражены израильтянами, заключили с Давидом мир и подчинились ему, и не хотели сирияне помогать более аммонитянам.